пополнение. Две девочки. Журка, ты родила без нас, сама. В общей стайке. Молодец. Мия. Девочек. Тихо, тихо. Девочек. Отвернулась. Парни, в вашем полку прибыла. Вы поели? Поели. У вас сестренки родились, парни. Задыхаемся. Какая-то сволочь подожгла это все. Ветер, кстати, сильный и дует вот сюда, в нашу сторону. И вот дом у нас. А дома сено, сарая. Я вот против таких поджогов, если честно. Вообще очень плохо. Я понимаю, что там сгорит старая трава, омолодится новая. То есть ничто не будет мешать расти новой траве. Заодно уничтожается сухостой, на которых сидит клещи. Все дела. Ну, вон уже там дерево загорается, например. Здесь уже вот жилые дома. А перекинется сюда, и что мы будем делать? Из таких пожаров сгорает очень много домов. Ну вот, и горит уже все. Я считаю, это ненормально. Абсолютно ненормально. Вон там вообще занялось так знатненько. А там дома вообще вплотную. К полю. Горит хорошо. Самое страшное не в том, что вообще подожгли. Нет. Самое интересное и страшное в том, что утки уже прилетели, здесь они в траве гнездятся. То есть, получается, все яйцекладки пришли кранты. Утки прилетели уже, наверное, в феврале, в середине. Яйца уже были отложены. Thank you.
видны. Идем все сюда. Идем все сюда. Тут такой лужок. Пошли, 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 пошли. Бабы. Девки. Нет, вы уже бабы. Вы уже отражали, вы бабы. Ты женихов столько нацепляла. У нас козлов столько нет. Сколько женихов на тебе. Тима, 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 взлетишь, Тима, Тима, ты взлетишь сейчас. Привет, Тиморда моя. Thank you.